Вот так каждое утро от метро Щербаковская мы торопимся на работу. Стоим вот в этой очереди на маршрутное такси. А такси нет. Бывает так, что и полчаса его нет, бывает и час. Так, не дождавшись маршрутки, я опускаюсь обратно в метро и еду до станции ВДНХ. Выхожу и вижу, как из маршрутного такси бойко торгуют лотерейными билетами. А из окон автомобиля, зазывающий в виде приманки, глядят на прохожих импортные бутылки, водка русская и заграничная, и в заморских упаковках нечто. И это в наше недоброе время, да еще в канун Нового года. Хочешь выиграть? Выиграй, попытай счастья, кричит из окошка приманка. Без выигрыша. Так, дальше. То же самое. И за эту игру вы заплатили 4 рубля. 5 рублей. 5 рублей, значит, да. 5 штук было без выигрыша, да? Да. Мы, значит, проводим лотерею от Академии педагогических наук, экспериментальной площадки. Вот. Благотворительная лотерея, все деньги пойдут, значит, у нас тут написано, на создание реабилитационных центров для подростков. Ну, поскольку денег нам не дают, приходится нам зарабатывать сами. Хотя вот, значит, на такие кружки тройки шитья, там, на какие-то еще другие, там, ну, по резьбе, по дереву, там, идут деньги какие-то, да, определенные. И ребята, ну, не хотят заниматься этим делом. Ну, понятно. Надо. Так, теперь скажите, пожалуйста, вот какой шанс выиграть вот то, что вы предлагаете? И здесь? Ну, вот сигареты один, значит, к пяти, примерно. Ну, водка один из 50. Значит, из 50 человек, купивших, значит, эти билеты, только один может выиграть водку, да? Да. Так. А вот все остальное, там что еще у вас есть? Ну вот, значит, магнитофон 1 из 100. У нас 1 из 100. Значит, кофе там 1 из 12. Плеер. Ну и сколько вы, так сказать, выручаете денег за день? Мало мы выручаем, 1000-2 где-то так вот мы выручаем. Остальное идет, значит, на выигрыши. Теперь скажите, вот эта машина, это что, такси маршрутное? Нет, это мы выкупили. Она отходила свой срок 4 года назад. И кому она сейчас принадлежит? Экспериментальной площадке. При Академии педагогических наук? При Академии педагогических наук. А продукты, вот все эти вот товары, где вы берете? Ну, это у нас, значит, это я не знаю где. Наши начальники там где-то достают, не знаю, как-то крутятся. У спекулянтов как-то что-то это. А теперь давайте порассуждаем. На билетиках указано, что цена одного – рубль. И дальше написано «Академия педагогических наук СССР». Ничего себе воспитание. Эксперимент Академии педагогических наук СССР. Прямо материал для диссертации. На следующее утро я снова спешил на работу. У метро Щербаковская на остановке стояла очередь в ожидании маршруток. На метро я доехал до ВДНХ. Там же, на площади, на том же самом месте, из того же маршрутного такси ребята бойко продолжали торговать лотерейными билетами. А рядом в урнах росла куча из лотерейных билетиков обманутых неудачников.